Добренько. Всем добренько. Можно, да, можно Михаила Круга послушать тоже по кайфу. Тоже классно было бы, неплохо так. Он блоги и снимал, обзоры и снимал, а ты в стороне курила. Он блоги и снимал, обзоры и снимал, а ты в стороне курила, курила. А ты в стороне курила. А ты в стороне курила. Блин, там, ну, у Круга нормальные песни есть. Кайфовый. По кайфу тоже на Ладе девяточке погонять или на десятке. Блин, Ладе десятка тоже охуенная тачка. Восьмерочка, Лада восьмерочка охуенная тоже. Можно на классике, на жиге классике, на боевой жиге классике наваливать боком просто по кайфу. Кайфовать, шестнарь поставить в жигу, блять, просто кайфовать вообще. Он блоги и снимал, обзоры снимал, а ты в стороне курила. Он блоги и снимал, обзоры снимал, а ты в стороне курила, курила. А ты в стороне курила. А ты в стороне курила. Можно, да, можно Михаила Круга послушать тоже по кайфу. Тоже классно было бы, неплохо так. Тоже по кайфу. Еще разварочки хорошие такие. Немножечко опустить. Пружинки на два витка подрезать. И вообще просто стилить нормально. А, кайф, блин. Yeah.